пятницу, 3 июля, Московский районный суд по ходатайству следователя отправил под арест начальника межмуниципального отдела полиции Сараевский Рязанской области Максима Глубоцкого. Заседание прошло в закрытом режиме. Установлено, что Глубоцкий с использованием своего служебного положения, будучи действующим начальником МВД России Сараевский, мошенническим путем похитил имущество, оплаченное гражданином на общую сумму более 90 тысяч рублей. В ходе следствия установлено, что Глубоцкий и его знакомые договорились о том, что начальник полиции поможет гражданину получить номера с красивыми цифрами и буквами, а гражданин в ответ купит ему некую бытовую технику на 90 тысяч рублей. При этом подозреваемый Глубоцкий понимал, что он не сможет оказать содействие гражданину в указанных мероприятиях и в указанных услугах и сообщил гражданину несоответствующие действительности сведения о наличии у него возможности оказать помощь в получении государственных регистрационных знаков с определенным сочетанием цифр и букв, то есть обманул его. Пока подозреваемый будет находиться в СИЗО, следствие продолжается. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».